сфера людей. В этой сфере проявляется иная ситуация, несколько отличная от той, что характерна для сферы животных, где живут просто, чтобы выжить. Сфера людей основана на страсти, на стремлении к исследованию и получению удовольствия. Это пространство поиска и развития, неизменно направленного на обогащение. Можно сказать, что сфера людей психологически ближе к сфере голодных духов, ибо здесь также присутствует ненасытное желание. Но есть еще элемент, присущий сфере животных, а именно вполне предсказуемым образом все обращать в действие. Кроме того, есть и нечто особое, присущее исключительно человеческой сфере. Странная подозрительность, которая сопутствует страсти и делает людей более хитрыми, изворотливыми и скользкими. Люди умеют изобретать всевозможные приспособления и находить им всевозможные изощренные применения, чтобы хоть как-то поймать других людей, столь же скользких, как и они сами. А те, в свою очередь, придумывают антиприспособления. Так мы и выстраиваем свой мир головокружительных успехов и фантастических достижений. А деятельность по созданию приспособлений и антиприспособлений безостановочно развивается и все время требует новых источников страсти и интриги. Но по большему счету довести столь грандиозное предприятие до конца мы не можем. Мы подвержены рождению и смерти. Всякое переживание рождается и умирает. Все наши открытия и достижения недолговечны и приходящие.